Вот кошонка такая, примерно сантиметров 40-50 длиной, шириной примерно сантиметров 20. Вот такие прорезы сделаны. Вот. Вот с этой стороны посередине и здесь. Вот она вот такой толщины кошонка. И все. Это вот под брюхом вот так вот она. И она не трет зато ему. И ремни эти не расходятся. Вот так все просто. Привет, зрители, гости, подписчики, коллеги, животноводы, табунщики. Вы на канале Русский Тяжеловоз. Вот после морозов поехал посмотреть лошадей на Тюбеневке. Опа! Короче, снега у нас выпало. О, очень много. И он очень сильно затвердел. Вот так. О, блин. Дай. Вот так. Конь идет. Вот. Снег такой жесткий стал. Торосы такие. И очень трудно. Очень трудно коню идти по полю. До лошадей еще километр осталось. Местами нормально. Вот так. Нормально сейчас иду. А если бывает, где попадешь, проваливается чуть ли не по самое живот лошадь. Такие дела. Тяжелая в этом году зима. Здесь у нас снега мало. Здесь поле, пахота. Снег сдуло весь. Лошади уже силы экономят, идут строго, нога в ногу, вот так вот наступает и такой цепочкой вытягивается и идут, делают переход. Конец. Морозы у нас хорошие, 3 дня даванули. Сегодня малышу досталось. Видите, вот сейчас вот по целине еду, насколько тяжелее лошади идти. Сегодня малышу досталось. Примерно около 20 километров я по снегу проехал на нем. Устал конь. И еще назад надо вернуться. Достаточно.